В Набережных Челнах стартовал научный семинар молодых ученых Казанского университета. Комплекс мероприятий направлен на развитие научно-исследовательской деятельности студентов. О том, как прошло мероприятие, смотрите далее. Семинар молодых ученых открыл заведующий кафедрой Набережно-Челнинского института Казанского университета Алексей Исавин. Всего в рамках недели заявлено 8 мероприятий. Встреча носила неформальный характер. Студенты по очереди выступали с докладом, раскрывая тему своих научно-исследовательских работ. Моя тема для дипломной работы, получается, совершенствование бизнес-процесса информационно-технологическое сопровождение с помощью создания ВК-бота для ООО «Фирмы Лист». Ну, я как бы две практики проходила на предприятии ООО «Фирмы Лист», заметила такую проблему, что у них, практикантам дают задание рассылать рекламу, вот, для разных групп и клиентов, вот, я решила автоматизировать этот бизнес-процесс. Самым необычным стал лекторий, организованный кафедрой иностранных языков. На семинаре рассказали, как создавались клингонский и эльфийский. Вспомнили знаменитый фильм «Аватар», где основные персонажи говорят на языке наави. Рассмотрели эсперанто и оценили сложность искусственного языка для европейских носителей. Завершится научный марафон 20 февраля мастер-классом, на котором студентам будут рассказывать о структурах форм на основе пластики. Ариадна Кугушева, Универньюз.